Выходить на лед опасно. Практически урок о правильном поведении зимой вблизи водоемов провели нижегородские спасатели в одной из школ города. Ребятам рассказали, чем рискует человек, выходя на неокрепший лед. Мальчишкам и девчонкам показали, как вести себя при спасении утопающего. Самые отчаянные даже попробовали вытащить из воды пострадавшего, в роли которого выступил один из спасателей. Еще ближе, еще поближе подойти. Можно облезть. Ниже. Школьники на себе ощутили, что тонкий лед – это не игрушки, и признали, что вместе с профессиональными спасателями они с бедой справились. Но в реальности в подобной ситуации лучше не попадать. На деревья, кусты можно будет отломить палку, да, и попробовать спасти. Ну, если ничего не получится, придется вызывать МЧС. Это нереальная ситуация. Если бы в реале было, то было бы намного сложнее. Сами спасатели хотят добиться, чтобы школьники берегли себя, но дети есть дети. Поэтому такие практические занятия, как и теория, в экстренной ситуации обязательно должны помочь. Чтобы они попробовали сами, именно как правильно все, если вдруг они решили помочь, чтобы сами не утонули, когда начали помогать утопающим, чтобы они испробовали именно правильность, что надо не подходить, а что надо именно подползать, и какие средства можно спасти, в общем-то, утопающего. И вот это мы провели. То есть они поймут, что можно делать, а что нельзя делать. Подобные уроки безопасности должны пройти во многих школах Нижнего Новгорода. Может, не везде дело дойдет до практики, но объяснить элементарные правила безопасности спасатели постараются каждому школьнику.